Празднуя юбилей училища, нельзя не вспомнить и о здании бывшей летки на Советской. Весной этого года там случился пожар, который сильно повредил и без того обветшавший дом. И вот, как нам сегодня рассказал глава Оренбурга Евгений Арапов, деньги на ремонт жилой части исторического здания найдены. Работы начнутся в ближайшее время. Работы по разработке проекта по кровле и вот верхней части крыши, они завершены. Сейчас проводится экспертиза, но и далее выполняются работы проектные по основной части здания. Денежные средства, соответственно, на уровне правительства области, они там предусмотрены. Я думаю, что в ближайшее время, естественно, они нам будут выделены. И, в общем-то, работы по восстановлению здания на улице Советской 1, они в этом году начнутся. О судьбе здания, которое в прошлом было учебным корпусом и сегодня находится в заброшенном состоянии, ничего не известно.